Это «Новости в форме». С вами Анна Чижлитош. Добрый день. В Центральном доме офицеров встретились представители научной сферы. В рамках международной военно-научной конференции специалисты обсудили вопросы в области обороны и обеспечения безопасности государства. В форуме приняли участие делегации из Вьетнама, России и Сербии. Танкисты Объединенного учебного центра преодолевают водные преграды. Механики-водители сдали технический зачет и прошли курс легководолазной подготовки, психологическое тестирование и получили допуск к прохождению глубокого брода. Длина водной преграды составила почти 300 метров, глубина – около 2. Нынешнее занятие – финишная прямая перед выпускными экзаменами. В городе Чериков Могилевского района готовится к открытию сквер имени героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации Евгения Николаенко. Советский летчик-истребитель участвовал в битве под Москвой, был командующим ВВС Крымского фронта, заместителем командующего 1-й воздушной армии на Западном и 3-м Белорусском фронтах. В честь героя в парке установлен самолет МиГ-29. Торжественное открытие состоится 7 мая. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларуси и в наших социальных сетях. До встречи!